Перед началом моего сегодняшнего видео, ребята, я рекомендую вам канал Мисара. На этом канале много интересного контента, который постоянно обновляется. Выходят разные монтажи и видяшки по таким играм, как GTA 5, Dota 2 и многое другое. Я думаю, вам понравится этот канал, а поэтому обязательно переходите по аннотации или по ссылочке в описании. Ну а я вам желаю приятного просмотра моего видоса. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер, ребята, и сегодня мы с вами, так сказать, играем в Танки X. Вот, и ну и почему бы, ребята, нихера себе не поиграть в Танки X, потому что, ребята, танки онлайн у нас сегодня тупо не работают. Я вот не знаю, я, кстати, записал вот эти летсплейчики, которые у меня, кстати, ребят, сегодня вышли. Вот сегодня я записываю и вот этот летсплей по Танкам X, и получай. Как я сдох-то так? Я что-то вообще не понял прикола. А как так-то я сдох быстро? Ну ладно, как бы ладно. Ладно, давайте уже будем заходить. Но здесь Изида, кстати, я ее по-любому на своем, блин, даже... А не, смотрите, перестрелял мне кто-то, кстати, помог. Это прям очень сильно хорошо. И давайте пусть наш ставит флажочек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, трупешник, пропадай. Есть, ребят, достали мы флажочки, это, в принципе, очень-таки круто. Вот, ребята, почему, в принципе-то, танки онлайн у нас не работает, я не знаю совершенно, потому что, опять же, я себе устроил сегодня тоже, типа, такой мега-эпичный второй выходной. Как известно, когда у нас люди отдыхают, да, один денечек, ну, как известно, русскому человеку после отдыха нужно еще отдохнуть. Вот, ребят, так и мне. После отдыха мне опять захотелось же отдохнуть, ну и в принципе я решил себе продлить это удовольствие и, так сказать, записал еще больше видосиков, ну и выложил их сегодня, соответственно, на свой канал. Шафт, сука, сейчас меня сольет, аптечка не от КДшца, это очень печально. А, кстати, меня не шафт слил, меня слила-то рельса. А, вроде бы да, рельса. Вот, и я, ребят, не знаю, если честно, что у нас там в танках происходит, что там вообще творится с этим всем, короче, серверами, что они работают, почему они не работают. Ну, как и наверное, и все. Я зашел тупо на страницу танковую и, в принципе, там почитал новости, из-за чего-то как раз-таки они не работают. Не работают они из-за того, что, получается, там какие-то... у них были технические неполадки с пропажей этих пробонементов и плюс еще ко всему пропажей VIP вот этой штучки, ну, как премиум аккаунта. Вот, я, ребята, опять же, не вникался вообще в всю эту ситуацию, это поэтому я совершенно ничегошеньки по этому поводу не знаю. Вот, но у меня, опять же, ребят, такое, не знаю, может быть, раз это некое мышление, может быть, глупое, да, может, с одной стороны, оно кажется тоже крайне прикольненьким, ну, как мне, опять же, показалось. Вот, это может даже сделать так, то, что, я не знаю, может быть, так нас разработчики, так сказать, ну, знаете, подстрекают к тому, то, что нужно бы уже как бы и в Танки X играть, вот, потому что онлайн в Танки X, соответственно, мало, инвайтов они пораздавали просто херово. Тут да убивай ты. В смысле, как она не сдохла так, эта чмошница? Вроде как бы я был на ДДшке, плюс с рикошетом и довольно-таки неплохо ее разносил, но почему-то этот хорёчек не сдох. Так, давай, ехай. Вот если честно, ребята, я не знаю, я вот жду, когда у нас выйдут танки X, чтобы здесь, так сказать, поиграть и насладиться всем вот этим геймплеем, как раз-таки на М3 вооружении, чтобы уже качать, так сказать, вкладывать свои кристаллики, вкладывать свое время, так сказать, не в тест аккаунт, а уже в реальный аккаунт, на котором можно уже неплохо-таки себе фармить кристалликов и, ну, соответственно, получать от этого удовольствие. Потому что, опять же, когда ты играешь в какую-то игру, ты должен, ну, как минимум, получать от этой игры удовольствие. Если, в принципе, ты не получаешь от игры удовольствие, то нет смысла вообще в нее играть вообще. Нихера себе, меня просто разнесли. Я, кстати, видел, что там флажочки, ребят, но я хотел просто так разнести всех чувачков, которые у нас таки находились вокруг, и потом уже всандалить этому типу, который у нас на флаге был. Вот, у меня здесь, ребята, появилась нарочка, вот я себе прикупил немножко, так сказать, нарки. Но у меня здесь нет нетрушек, потому что, ну, как бы я думал, ну, блин, нетрушки — это дело такое, лучше я куплю себе каких-нибудь ДДшечек и ДАшечек, ну, вместе с аптечками. Потому что, на мой взгляд, это, по крайней мере, намного-намного круче. Так, давайте вот это. Смотрите, у меня такое ощущение, как будто вот этого чувака, я хер его знает, какой хорн, и я его тупо не могу убить.
Да, но сейчас ему трындец придет. А может, кстати, у него и аптечки такие же просто-напросто куплены, как у меня. И, в принципе, здесь уже все понятно. Но вот, кстати, надо уничтожить типа, который у нас играет на шафте. Потому что в тот раз он меня слил, и слил довольно-таки неплохо. А играет он, как известно, ребята, у нас на уже тяжелом корпусе, потому что диктатор у нас танк X, ребята, будет просто тяжеленный корпус, которого, опять же, пропадет скорость, но будет иметь еще большее количество ХП. И, на мой взгляд, это, я не знаю, будет просто как раз-таки рай для голдолова, потому что, ну, если честно, ребята, раньше я как бы... Не, ребят, все, отказываюсь от своих слов. Я и раньше, в принципе, бомбил на вот этих чуваков, которые во всех битвах, когда у нас сирена, просто переодеваются как раз-таки на диктатора и начинают на своем диктаторе сраном нагибать всех. Ну, как нагибать всех? Отжимать голды. В принципе, ты катаешься, да, на одном вооружении голд. Ну, будь добр, ты уже играй на этом в самом вооружении. Какой смысл есть переодеваться на... какую-то другую пушку из-за одного голда, в принципе, ну, отжал ты этот голд, допустим, да? Ну и чё? Как бы есть смысл, да, вот ты играешь на викинге, да, тебе нравится викинг. Ну, играй ты на этом викинге и пытайся с викингом брать какие-то вот эти голды, да, которые у нас танк хикс падают. Ну, если при каждом удобном случае у нас просто переодеваться на тяжеленные корпуса, причем которые намного выше, чем другие, и у них преимущество, ребята, просто колоссальное. Потому что, серьезно, ребята, давайте будем честными. Нихера себе. У меня, кстати, это... Я думал, то, что меня сольют, но меня не слили. Ой, перевернут, но меня, к счастью, не перевернули. Это довольно-таки не было. Так, давайте сожжем аптечку. И здесь есть какая-то рельса офигевшая. Но мой рикошет М0 вообще до него никак в жизни не достанет, да, походу? Потому что, ребята, он у меня и не микропрокачан, вообще я ничего с ним не делал. Потому что, опять же, на этом аккаунте, ребята, я играю крайне вообще редко. Ну и в Tank X, в принципе, тоже играю крайне редко. Ну, потому что обновлений здесь никаких нету. Людей, как обычно, мало. Закрытых битв нету, чтобы, так сказать, и с другом поиграть. Ну, опять же, там по кристаллам у нас небольшие напряжки идут. Потому что здесь зачем-то у нас отобрали кристаллы. И, в принципе, когда были бы какие-нибудь 7-3 модификации, либо... можно было просто как-нибудь прокачать вообще по-жесткому вот эти пушечки, было бы уже как-то поинтереснее играть. Но здесь как бы и нет возможности купить кристаллов, но чтобы здесь что-то приобрести, здесь надо реально просто, ребята, тупо задрать. Но как бы на зародство у меня особого времени-то и нет. Мне легче просто эти самые кристаллики взять и купить. Что я, скорее всего, буду делать, опять же, в Tank X? Ну, не знаю, ребята, может быть, меня, опять же, эта вся тема затянет, и как в начале, так сказать, танков онлайн, когда была такая тема, то, что танки онлайн мне вообще безумно, ребят, нравились, и я как бы играл вообще, да, генерала-майора без малейшего донатика. Ну, и, в принципе, вообще это все дело, конечно, устраивало. Потому что, ну, как бы и там и проще было играть, как бы. Кристалл, опять же, те же самые накопить было гораздо легче, нежели сейчас. Кстати, у нас остается уже 20 секунд, 19, да, до конца раунда. Нарить уже особого смысла я не вижу, потому что, опять же, нарки у меня тут не изобилие, которым мог я, так сказать, похвастаться, когда у нас только-только, ребята, вышло закрытое тестирование. Там просто, ну, кристаллов было очень много, ну и, соответственно, нарочки я на эти кристаллики тоже накупил просто нормальненько. О, кстати, дали мне практически косарь кристаллов, и это довольно-таки неплохо. Вот, записываю я, ребята, этот летсплей чисто, ну, чтобы был. Я знаю, про танки X здесь, наверное, уже все рассказали, в принципе. Здесь я видел, что можно что-то нажать, вроде бы, и у тебя как бы становится текстура как бы проще. Но что-то я пока такого дела не вижу у себя. Либо на медиуме просто нельзя это делать, либо я жму, ребят, просто не туда. Давайте вот сейчас понажимаем на все кнопочки. И, в принципе, вообще ничего такого интересного-то и не происходит. Так. Я сейчас просто понатыкаю, ребята, и... Ой, нарк включил. Или нет? Или не включил? Короче, я, ребята... Где...
А, нет, это кристаллики. Вот, короче, ребят, не знаю, как я делал графику проще у нас в Танк Хикс. И, в общем-то, вот такой был достаточно, я так думаю, Вондер. Есть Вайдер, а здесь катается еще чувак с ником Вондер. Ну, нормально. Кстати, он за красную, да, команду играет. Я, кстати, ребята, здесь вроде как бы даже себе и званочку получил. Да-да. Я был, если мне не изменяет память, новобранцем вроде бы как бы четвертым. Так что давайте сейчас выйдем. Я, конечно же, посмотрю на это дело все вместе с вами. Если, в принципе, я получил новую званочку, то это будет клево. Не хочу я больше быть новобранцем. А я хочу быть... Нет, я буду все-таки новобранцем четвертым. Нихера, ребят. Не, ну я, кстати, получил, да. Мне нужно было дойти что-то до 4 или 5 тысяч, или 4800. И у меня вот этой точки внизу, соответственно, ребята, тоже не было. Так что, ребята, сегодня был вот такой вот летсплейчик по танкам X. Соответственно, если он вам понравился, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Вайдер. Всем пока-пока. Players don't hate the game, hate the truth, man, we take all blame. That you got no money, you got no fame, that you got no honeys, you got no name.